Борис Гончар. Рената Георгиевич недавно заявлял, что осуждает Россию за войну в Украине. Вот об этом я хочу, чтобы вы поподробнее рассказали. И вопрос телезрителя: как Рената Георгиевич расценивает роль батьки Лукашенко в этой войне, учитывая тот факт, что именно он был для, усатым, для Усатого когда-то примером для подражания. Хороший вопрос телезрителя, я бы его не задал. От себя. Вопрос номер один: не знал бы. То, что произошло после 24 февраля э, прошлого года, да, в моем понимании мир не просто поменялся, мы перестали узнавать друг друга. То есть, когда я видел и вижу, что писали и пишут, или там, заявляют там, некоторые мои знакомые, артисты, ученые, бизнесмены, я говорю сейчас про тех, кто... И жили и живут в России, и живут в Молдове, и в той же самой Украине. Я просто шокирован. Для меня, как для человека, который родился в Советском Союзе, который очень много лет прожил и проработал в Москве, все свои, ну, все взрослые годы своей жизни, скажем тогда, то есть 23-24 года мне было, когда я туда переехал жить, хотя ездил туда с детства как человек, который знает очень многих людей, которые, помимо, ну, которые родились в Молдове, но они являются сегодня и гражданами России некоторые, некоторые являются гражданами Украины. И когда в том числе и наши граждане, граждане нашей страны, граждане Молдовы, имея второе гражданство, одни воюют с российской стороны, другой с украинской. Это для меня нонсенс. Я не могу... Сегодня оправдывать какие-либо военные действия тогда, когда умирают люди, умирают дети, умирают пенсионеры, умирают... Когда я видел младенцев, э, годик ребенку там и так далее. То есть, Анатолий, это просто ужас. И сегодня попытаться оправдать э, то, что я слышал и в публичном пространстве, да что Украина хотела напасть первой. Послушайте, я знаю украинцев, знаю русских. Если бы... Объясню по одной простой причине, почему Украина не могла напасть на Россию. И... Потому что очень многие... Вы посмотрите, вот если бы не начала Россия, начала Украина. Если бы Россия напала бы хотя бы на одну деревеньку в Брянской или Курской области, Анатолий, вы бы увидели десятки миллионов россиян, и граждан России, которые живут за пределами России много лет, увидели бы их в очередях километровых в военкоматах, понимаете, и в очередях в посольстве. Защищать Родину. Защищать Родину. Но когда сегодня, я видел, что произошло с той же мобилизацией, когда сегодня, я вообще считаю, что тут мы не должны сильно углубляться в анализ, особенно как наши политики, дают военно-техническую уже оценку ракетам, бомбам. Когда Гросс всю жизнь был учителем, он комментирует каждую ракету, но не комментирует ни, одного, ни одной другой ситуации, связанной с реальными проблемами нашей страны. Я осуждаю эту войну. И для меня, вы знаете, когда я увидел, я нашел видео одного известного человека у нас в стране, я даже себе это выписал, и хочу это прочитать, потому что этого человека знает очень хорошо и в нашей стране, да, его знают во всем мире. Ну, в России, в Молдове его знают все, потому что это был прямым участником нашего Приднестровского конфликта, да? Который... Скажи, генерал Лебедь, да? А. Значит, генерал Лебедь Я знаю, тут... после того, как э -э он воевал в Афганистане, участвовал в других локальных конфликтах, после того, как он участвовал в Приднестровском... Э Конфликте. Я хочу прочитать. Тут нельзя ошибиться. Я знаю, я, заб... я ну, знаю. Я, я вижу, хочу, чтобы да. это знали телезрители, это услышали, мы... которые говорят на русском языке. Можно на это человек, на который да. прошел войны. Есть три важные вещи. Еще раз, это цитата, это не мое мнение. Да. Первое. Всякая война сначала тупик, потом катастрофа. Второе. Всякие войны, даже если это войны столетние, заканчиваются одним переговорами и миром. И, стои, и стоит вопрос, стоит ли наградить город покойников, наплодить вдов, сирот, пустить по ветру труд десятков предшествующих поколений, чтобы потом все равно сессии договориться. И третье, то, что меня Для матери да. Каждая мама рождает сына, ждет внуков. Каждая мама считает своего сына. И не важно, этот сын православный мусульманин Иван или и она точно его не со... сражала рожала для того, чтобы его, естественную жизнь оборвать осколком э, или пулей, понимаете? Поэтому есть еще одна я цитата считаю, Лебедя, что... когда он еще говорит раз, о том, что я считаю, что было дезинформировано высшее руководство Российской Федерации и Ту войну, которая развязала Россия, я считаю огромной ошибкой. Было дезинформировано Хотя... руководство Российской Федерации, кем было дезинформировано? Ну, послушайте, вы как считаете, что кто-то им президенту России же докладывал ну, да. о том, что вот-вот на нас готовят наступление? Вот-вот уже жители Харькова, Одессы, там с транспаратами... То есть вы готовы считаете, нас что и так Путин и так далее? мог поверить такому бреду, извините? Послушайте... Я... Я знаю точно, что Путина, как и люб президента любой другой страны, кто-то специальные люди службы информирует. Понимаете, потому что не может он знать ситуацию ни в Украине, ни в Молдове, и так далее. А как он очень много лет знал, и э, например, будет. то, что ему пишут про Додона. А сейчас вы увидите, Игорь сейчас создает новую партию Молдова-УНИТА, ну, которая была у Цуркана по крайней мере, там уже там, они окапываются по рынкам и так далее. Вот, кстати, пусть и все остальные лучше займутся своим разделом фракции, созданием опять новых там каких-то там розовых фуражек и так далее. И пусть интересуются Мишиной. Поэтому, Антоли, да, очень много людей говорят о том, что, а где же вы были, когда умирали женщины, молодежь в Одесском э, доме профсоюзов? А я выходил тогда, и говорил, что те не люди, которые сожгли заживо этих людей, им сегодня, ну, просто их нужно закапывать, понимаете, неважно, живыми или мертвыми. И, и, и когда я вижу, что вот вы молчали про послушайте, я никогда не молчал и всегда говорил, и буду говорить правду. Да, я считаю, что власти Украины виноваты были в том, что они не провели Никаких расследований. Не опубликовали информацию. То есть, если бы они провели реально расследование, было возбуждено дело и наказали бы виновных, меньше было бы сегодня этих интерпретаций. Но там ситуация, как и у нас, когда у нас украли в Кишневе Чауса, этого судья. И я вышел и сказал, да, украли его украинские спецслужбы. Там служба военной разведки Украины. И, ну, можем... и они, извините, и они были на работе. То есть это украли не бандиты, они выполняли задачу Родину привести коррупционера. И когда наши это им разрешают то это проблема нашей страны, понимаете, за то, что допускают такие вещи, что этому нет абсолютно агрессия на другую страну является агрессией на другую страну. Да. Поэтому... Есть еще прекрасная цитата Лебедя, когда он рассказывает о том, какие лучшие воины. Он говорит примерно примерно так: лучшие воины это не те, кто заканчивал академии, учился военной службе, а те, кто пришел домой и нашел разрушенным свой дом, погибшим жену да. и детей. Вот эти воины становятся самыми лучшими, и они очень долго живут, потому что да. они им не. Совершенно верно. Поэтому, Анатолий, это ужасно то, что происходит. Я очень надеюсь, что в кратчайшие строки сядут за стол переговоров, эта война закончится.